днем сделано фальшборды. Не, можно, можно. Чтобы развили его. Да, можно. Можно, говорю, надо... Иначе это все превратится в большую длинную полосу. Да, да. Значит, она ничего себе получает. Смотри, фальшборды надо принять, 92 ящика. Ну, его режем. Да, да. Смотри, какой у тебя тогда, это треть по камере. Да, просто можно... Просто можно прямо на вот там, где она еще играется, на основной, да, основной трек. Я просто Макс сразу принесет гитару. И как только это не мне. Давай попробуем ее. Фальшкоды, да? Давай попробуем сейчас. Погоним, это не мне, я на этом не отстрою эти две гитары. Макс, да. Можешь тебя на секунду? А, смотри, если ты займем на это не мне эти две гитары, а в ходе ты мне сразу принесешь вот это. На это не мне? Да. Хорошо. Мы попробуем сделать фальш и вступить в очень хотелось. Давай. Серега, а ты сможешь там сделать сейчас? Мы играем для меня? Да, мы играем, чтобы в фартос. Но мы ее короче сделаем. Ну, вначале ты имеешь в виду. Да. Ну, давай, хорошо. Кайф со счеток не забудь обратно вернуть. Thank you.
навалило, потому что с... Не вопрос, не вопрос. И давай без туда. Послушай сейчас, да? Ваня, голос-то мне тоже может для разнообразия, Даша. Нет, у тебя есть.